От первых ассигнаций до современных памятных банкнот. На выставке в лесопарке сотрудники Музея Банка России собрали самые яркие денежные купюры в истории нашего государства. История первых российских бумажных денег началась в 1769 году, когда императрица Екатерина II приняла решение о выпуске бумажных денег-ассигнаций. Каждая банкнота была защищена водяным знаком. На просвет можно было прочитать «Любовь к Отечеству достойна оному» и «Государственная казна». На протяжении 2,5 веков менялось оформление, способы защиты, размеры. Каждая банкнота – прообраз своей эпохи. На экспозиции есть и фотографии дореволюционных кредитных билетов и банкноты времен Гражданской войны, первые советские денежные знаки. На каждом стенде – краткая информация и интересные факты. По словам организаторов, самый любопытный экземпляр выставки – кредитный билет с изображением Петра I. Эту банкноту выпустили в 1912 году. На этой банкноте впервые была применена металлографическая печать. Также на банкноте интересен образ женщины, которая изображает аллегорию России. На выставке в Лондоне в 1912 году банкнота получила гран-при как самая красивая и защищенная денежный знак в мире. Уличную экспозицию завершают современные экземпляры, изготовленные с применением лучших технологических достижений нашей страны. Посетить выставку можно до конца года. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».